45-летний мужчина планировал поездку в Омск. Железнодорожных билетов на ближайшую дату не было. Тогда нефтьюганец воспользовался популярным приложением по поиску попутчиков «BlaBlaCar». Данный сайт удобен для мошенников. Пользователям сложно проверить водителей, а убедить жертву в предоплате не составляет труда. Именно это и произошло с местным жителем. Вы, получается, на «BlaBlaCar» заказали поездку, да? Да, по электронным билетам. Покупал электронные билеты и попался в машину. И в общей сложности какой суммы вы лишились? 18. Аферисты скидывают ссылки на сторонние интернет-ресурсы, куда необходимо ввести данные банковских карт. Только вместо нужной суммы списывается гораздо больше. Так, в январе нефтьюганец бронировал поездку до Тюмени и потерял 20 тысяч.